Так, значит, друзья мои хорошие, дабы никого не смущать. Я не собиралась сегодня снимать видео хрустящее, потому что очень-очень-очень шумно за окном. Меня это раздражает, меня это отвлекает. Но такими темпами у меня то дети шумят, то за окном шум нескончаемый. У нас ремонт дороги даже в ночные часы. Так если я, в общем, не абстрагируюсь от того, что сейчас у меня везде вокруг шум, даже в моей голове порой, видео не начнут в итоге сниматься, поэтому я просто принимаю ситуацию, поэтому вы примите тоже, поймите, что, к сожалению, я в вакуумном пространстве пока, возможно, находиться не могу, поэтому будем довольствоваться такой обстановкой. Как он прекрасен, а? Есть, грызть, наслаждаться, играться, это прям про него. Ужасно шумно, но я стараюсь по максимуму не акцентировать на этом внимание. На самом деле у меня столько просто еще влогов не опубликованных, столько еще материала, который можно вам дать, закачаешься. Но я исправлюсь, я обещаю, я начну тихонькими, маленькими шагами эту ситуацию выравнивать. Нормальная ситуация. У меня такое часто происходит. Правда, не было в планах это видео заснять, но...
А что я в поисках кружки? Я тут немножко не в своей тарелке сейчас, потому что уже до недели я здесь не нахожусь, в этой квартире. Села с бутылкой к вам. Ну, честно, не планировала снимать. Кружки находятся просто в другой комнате. Так что вот такой вам экспресс ролик. Я не могу напиться. Вообще, я очень сильно надеюсь, что это за господ автолюбителей все-таки вы меня слышите. Потому что переходник на микрофон мой в пути. Микрофон охрененный новый я купила, но он не коннектится с моим телефоном. Так что есть ряд незадач, которые мы обязательно исправим. И все будет просто на канале в лучшем виде. Все, собственно говоря.